Ребята, всем привет! Вы на канале Я все могу Ас. Это уже у меня вроде уже пятый выпуск уходит. В этом рубрике я стараюсь по максимуму выложиться и разные задачи решать. Задача моя в этом рубрике испытать по максимуму, на что способен человек, человеческое тело, также испытать интеллектуальные способности человека. Но это все буду испытывать на себе. Так что, если у вас какие-нибудь есть интересные идеи, что испытать, какие есть задачи, например, и в течение какого срока это все сделать, то напишите в комментариях, попробую испытать. Моя задача не просто повторить, а сделать это за минимально короткий срок. И при этом использовать научный подход, научные знания. Также я буду использовать всякие лайфхаки. Главное, как вы уже знаете, не это сделать за минимально короткий срок. А самое главное, выполнить поставленную задачу по максимуму. Если вам тоже интересно, на что способен человеческое тело, человеческий организм, интеллектуальная способность человека, то напишите в комментариях, ставьте больше лайков и подписывайтесь на канал. Также делитесь этим видеороликом с друзьями, потому что я здесь буду по максимуму себя испытывать. И при этом все испытания буду испытывать на себе, выкладываться буду по полной. Никаких теоретических знаний тут не будет, все будет на практике, и все это будет испытано на себе. Испытывать буду это все сам, я лично. Ну что, погнали? Ребята, в сегодняшнем выпуске моя задача в течение 30 дней научиться поднимать гантели над головой. Вот так. А также научиться поднимать гантели 25 килограммов, вот так тоже. Задача моя, хотя бы один раз я смог поднимать гантели над головой, и также хотя бы один раз мог сгибать гантели, 25 килограммовые гантели. В данный момент у меня результат 13 килограммов 6 раз я могу над головой поднимать. И то с трудом, дальше не получается. Потому что я никогда не занимался. Как бы, может, для кого-то это ерунда, для меня очень сложная, может, даже нереальная задача, потому что 25 килограммов – это половина моего веса. Вешу я 49 килограмм 600, или сколько там грамм. Давно не замерялся. Это тоже замерим мой вес тоже сейчас. Это гантель я просто показал для примера. 13 килограммов гантели у меня лежит на полу. Вот она. Это вот 13 килограммового гантеля. Это гантели я буду в течение месяца, но буду поднимать ежедневно по максимуму, по три подхода буду делать. Ежедневно буду поднимать гантели по максимуму, по три подхода. Отдых между подходами 5 минут. Вот так вот получается отдых между подходом 5 минут. И в итоге, например, если я, например, смог поднять, но я буду делать на сгибание 3 подхода с отдыхом 5 минут. Также буду на голову поднимать гантели тоже. Отдых между отдыхами 5 минут. И тоже 3 подхода буду делать по максимуму. Например, первый раз смог 10 раз,
Отдохнул ровно 5 минут и еще раз повторил. Например, смог 8 раз. Оставляем так же. Дальше не буду добивать еще 2 раза. Еще раз 5 минут отдыхаю и еще буду поднимать. Например, третий раз я смог, ну, например, там 4 раза. И все. На этом все. Также потом, ну, сперва буду над головой поднимать, потому что это сложнее. Потом буду на сгибание делать. Тоже. Например, смог 10 раз, остановился. 5 минут отдохнул, еще раз по максимуму сколько смог, столько сделал, например, 8 раз отдохнул. Также еще буду сгибать, например, смог 6 раз, и все, больше не буду делать. Там добивать, там, например, 6 раз сделал, чуть-чуть отдохнул, и еще 4 доделал, еще 4 доделал, так я не буду делать. Также моя задача. В течение 30 дней каждый день поднимать вес на гантелях. Вес я буду поднимать с помощью вот таких гантелей. Это у меня не гантели, это у меня замочки, чтобы гантели блины держали. Чтобы блины не вылетали. Они каждый весят по 405 грамм. Вот. Потихоньку в один день его прибавлю, второй день два прибавлю, третий день эти два убираю и добавляю вот такие гантели весом кило 232. И так потихоньку буду добавлять, добавлять, добавлять. В день по 400 грамм буду добавлять. Это в течение 30 дней. Как раз у меня сейчас гантели 13 килограммов. Те гантели у меня как раз 13 килограммов. Как раз в течение месяца это будет 12 килограммов. Если я буду ежедневно заниматься, ежедневно поднимать по 400 грамм. Также хотел рассказать, как вы помните, я делал выход силы на две руки. После того, как я это сделал, в течение я более 15 дней я не занимался, потому что мне очень сложно, у меня болит шея, болят руки. Сейчас еще ноги начали болеть, ну и также спина. Из-за этого я в течение 15 дней примерно не занимался никаким видом упражнений. Как я уже сказал, забыл рассказать, прежде чем начать, всегда делайте разогревающие упражнения, чтобы свои суставы не испортить. Суставы очень важны, они не восстанавливаются, и если один раз у вас травма будет, то все, вы же не сможете заниматься. Так что берегите суставы. Мышцы еще восстановятся, но сустава нет, так что обязательно разминку делайте хотя бы минут 5-10. Такие легкие там, какие-то разогревающие упражнения для суставов обязательно. Ну, на все тело делайте, если, например, подтягивайтесь, делайте на все тело, даже на ноги. Берегите себя.